Перевозчики свои обязанности выполнили, а вот власти нет. Пришлось привлекать прокуратуру. Надзорное ведомство внесло представление в Департамент дорожного хозяйства и транспорта региона об устранении нарушений законодательства. Активисты общественной организации «Альянс Ивановских перевозчиков» обратились в прокуратуру и рассказали, что с июля 2018-го чиновники не выполняли обязательства по возмещению перевозчикам стоимости льготного и бесплатного проезда отдельных категорий граждан. 64 перевозчикам ведомство задолжало более 7,7 миллиона рублей. Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения данного представления нарушение законодательства устранено, и благодаря принятым прокуратурой мерам выплачены все те деньги, которые должны быть – 7 миллионов 700 тысяч рублей.